Максим. Спасибо за сына. По-моему, не было вот темы, где была, просто да, потом дождями потерки становятся такие стальные, и они прям нарастают. Ну это вообще надо всю сторону. Ну получается, что да. Я думал, может быть, вот это надо отдирать это самое его борелье. Снимать борелье, да. Это же так сложно будет. И сложно, наверное, да. Очень дешево. Может быть, мастера сумеют как-то вот эти плетины заделать? Ну, вот это вот максимум. Точнее, не один, а он. Один поехал, но один не знаю. Я. Дело в том, что надо какой-то слой наложить тонкий, чтобы вот эти плетины не было. Это надо мастерами говорить другим. Или я это может не пробую. Потому что это если полностью заменять, это слишком объемная работа. Не, ну конечно. Это очень непросто. И трещины вот здесь только на фасаде, а там вот. Так еще сбоку. А, вот здесь сбоку, да. Сбоку, с этой стороны еще есть. Вот с этой стороны вот здесь. Да. Тоже, да? Сзади мало спасти. Ну сзади там чуть-чуть. Основные, да. Здесь тоже чуть-чуть. Вот основно на фасаде. Мало как вообще. В общем, вообще же у меня скульптура. Да. Это вам позвонит. Это что там вот тоже хорошо. Мне кажется, эту поверхность всю чем-то обработать своим каким-нибудь. Еще. Мне кажется, будет лучше. Надо только какой-то состав такой, чтобы он ровным слоем мастер наложил. И что, фактически как бы вот этот вот постамент будет другого вида. Да, то есть если его сейчас каким-то тонким слоем заделать. Шлифануть это на глубину вот этого третьего, понимаешь? Ну, посмотри, да. Когда. Это вот на ту же нашу. Он когда на верхушке не лежит. Не. Шлифовать. Наоборот, ребят, я считаю. В этом смысле. Наоборот, я считаю, слой надо наложить, вот, чтобы эти третьи замазать. Замазать, а потом еще слой наложить какой-то, примерно миллиметр. А потом вот этот слой уже, который налаживается, можно себе помнить, а тогда будет.
чем прокрасить этот состав в толще, просто в черный цвет. Да нет, ну, это надо... в трещинах есть свой смысл. Мастерами надо говорить. А может вообще новое поставить? Так, ну ладно, я сегодня опоздал здорово. И по времени не наполнил завал. До свидания, спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну и пусть мне.